только все парижане, но и многие туристы знают, что за самым вкусным мороженым нужно отправляться на остров Сен-Луи. Именно там можно попробовать мороженое Бертильон, которое, пожалуй, является главной достопримечательностью острова, а еще считается одним из самых вкусных в мире. Почти каждый ресторанчик на Сен-Луи предлагает здесь это лакомство по рецептам Раймона Бертильона. Повсюду можно увидеть вывески и выстроенные под ними очереди. Более 20 разных точек. Но самая большая очередь, конечно, тянется от оригинальной лавки самого Бертильона, открытой им еще в 1954 году. Сам месье Бертильон умер в 2014, но оставил после себя это вкусное наследие. И слава о нем уже давно шагнула за пределы Парижа. Лавка работает со среды по воскресенье, с утра до вечера и без перерывов, предлагая около 70 разнообразных видов мороженого и сорбетов. Говорят, что там как-то по-особому взбивают замороженную смесь, поэтому десерт получается таким нежным и воздушным. Разнообразие сортов поражает воображение. Кроме классических, ягодно-фруктовых, ванильных и шоколадных, там можно найти совершенно необыкновенные. Жареный ананас с базиликом, имбирная карамель, черный кунжут, зеленый чай, клубничный дайкири, малина с розой, мятный персик. Ассортимент постоянно меняется, так как дом Бертильона всегда старается использовать сезонные ягоды и фрукты. Кроме мороженого, там же можно прикупить и конфитюры от Бертильона. Обслуживание всегда очень быстрое, поэтому ожидание в очереди, какая бы она ни была, не особо заметно. Не успеете оглянуться, как вам уже говорят «бонжур». Бизнес – это семейный, и за прилавком можно часто увидеть внучку Бертильона Мирюэль. Кстати, не забудьте запастись наличными, карточки там не принимают. Два шарика будут стоить 4 евро. В вафельном рожке или в простом стаканчике. Надо сказать, что шарики у Бертильона совсем небольшие, но зато очень вкусные. Купив мороженое, я люблю отправиться на набережную Сены и именно там наслаждаться этим прекрасным десертом. И, конечно, Парижем.